Вот сейчас выработка котлована практически закончена. Здесь на этом этапе будет один этаж. В той части ниже, ближе к проспекту Ленина, будет здание в 2 этажа под землю. И, соответственно, 3 этажа над землей. Специалист департамента градостроительства Юрий Дедковский рассказывает об очередном этапе работ, который позволит безопасно вести строительство и эксплуатировать уже существующее здание музея «Самара Космическая». Подрядчик завершает эти работы. Здесь проборено порядка 280 свай железобетонных на глубину до 18 метров. К завершению этих работ подрядчик приступит к устройству фундаментной плиты под самим зданием. Создание планетария станет катализатором развития научного и образовательного потенциала Самары. На его площадке можно будет проводить самый широкий спектр мероприятий. В здании предусмотрят 2 подземных этажа и 3 надземных с эксплуатируемой кровлей и астроплощадкой для наблюдений. Открытие планетария жители Самары ждут с нетерпением. Наталья Толстова внимательно следит за ходом строительных работ и уже представляет, насколько интересен будет объект для подрастающего поколения. Я вот горжусь тем, что я коренная жительница этого города, непосредственно Октябрьского района. Поэтому мы с удовольствием вообще услышали, и можно сказать даже с восторгом, не побоюсь этого слова, что у нас появляется еще одна такая площадка. Мы рады, что это, ну, как бы определенный стимул к развитию вот именно стремления к знаниям наших ребят. То, что у нас появляется место, где будут кружки, связанные с астрономией, с космосом, что они увидят, как надо стремиться к знаниям. Они совершенно будут вправе сами делать что-то новое и развиваться. Вот это, мне кажется, самое главное. Звездный зал планетария расположится на 3-м этаже здания под классическим горизонтальным куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Очень большое значение для развития молодого поколения, для познаний в области развития космического пространства, неба. И все дети маленькие будут посещать планетарий так же, как посещают музей космический наш самарский. Отстроить планетарий планируют к концу ноября 2024 года. Площадь здания составит 5728 квадратных метров. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.